Самарченко Айгуль Минастинова – волонтер со стажем. За ее плечами помощь в организации разных спортивных мероприятий – от районных до всероссийских. Мечтает поработать и на чемпионате мира по футболу в 2018 году. Когда увидела на Иволге макет города-организатора Самара, решила сфотографироваться на память. Такое событие масштабное, все готовятся к нему, особенно болельщики. Я думаю, для них это вообще такое мероприятие. Они готовятся, наверное, к нему уже. И город тоже, я думаю, преобразится к лучшему. Мы уже ждем этого, готовимся. Будем надеяться, будем верить в лучшее, будем болеть за наших. На молодежном форуме «Иволга» проходит фотосессия на фоне макета футбольного праздника. 2018 снимков появится в соцсетях с хэштегом «Чемпионат мира по футболу 2018 в Самаре» на русском и английском языках. Некоторые гости и участники «Иволги» впервые узнали, что матчи чемпионата мира по футболу можно будет увидеть на стадионе «Самара-Арена». Если он проводится в Самарской области, я найду средства, чтобы приехать и обязательно поболеть. Я считаю, что это, во-первых, инвестиции именно в Самарскую область и очень приоритетное направление. То есть это нужно и важно. И будем болеть за наши. Собрать коллекцию из 2018 фотографий организаторам акции не составит большого труда, ведь на форуме защищают свои оригинальные проекты более 2000 молодых людей. А в гости с лекциями и на тематические встречи приезжают известные политики, журналисты и спортсмены. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.